Пьем. Ребят. Любимая родная, вместе мы большая и дружная семья. Мы любим собираться за праздничным столом. По корове веселье, счастье полон дом. Бабушка и дедушка, мама я, вот, вот моя дружная семья. Бабушка и дедушка, мама я, вот что, вот моя семья. Кто живет в курятнике? Курочка. Курочка, умничка. Смотри, это корзинка. Как ты думаешь, чей это домик? Кто у нас будет жить в корзинке? Малыш. Какой малыш, Лейлочка? Малыш кого? Открываем? Говорит, открываем. Котик. Котик, точно, это котик. Лейла, а что ты знаешь про котика? Как здоровается с тобой котик? Как он? Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Лейлочка, этот домик называется будка. Будка. Кто в будке живет? Собачка. Давай смотреть, открывать. Точно, собачка. Упала. А мы сейчас поднимем. Будки, конечно. И последний домик, это у нас конюшня. Конюшня. Конюшня, давай посмотрим. Лошадка. Лошадка, как лошадка здоровается? Игу-гу-гу-гу-гу-гу. Игу-гу, говорит лошадка. Абсолютно верно, Лейлочка. А ну на вопрос отвечай. Сколько гостей у нас, посчитай. Один... Два, три, четыре. Четыре. Лейла, как ты думаешь, кто здесь лишний? Лошадка. Почему? Не знаю. Чего? Почему вдруг лошадка стала лишняя? Что у лошадки есть такого, что отличает ее от других? Грива. Грива, абсолютно верно. У кошки нет гривы, у курочки нет гривы, у собачки нет гривы. Ну, давай с тобой подумаем, кто такая кошечка? Это домашнее животное. Да? Лейла. Домашнее. Домашнее животное. А лошадка? Тоже домашнее. Тоже домашнее животное. А собачка? Тоже домашнее. Домашнее животное, да? А курочка это кто? Тоже домашнее. Только не животное, а кто? Курочка. Курочка, у нее что есть? Крылья. Крылья есть, а значит она птичка, да? И все ее тело покрыто перышками. Вот курочка и будет лишняя, потому что она птичка, а все остальные животные. Согласна? Да. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Шагают наши ножки быстро-быстро по дорожке. Молодец, умничка, попадай на шарик. Все-все шарики нужно поймать. Умничка, и правая, и левая. Перевернули. Побежали, побежали. Умничка, цапля. Как цапля летает? Ну тогда полетели. А теперь плывем. Как цапля, выше ножки, Лейла. А ручки на пояс. Теперь давай как мишка. А теперь носочки вверх, идем на пяточках. Тоже как мишки. А сама приду, да? Умничка, хрупкое. Поэтому я тебе его бережно передаю. А ты мне бережно передавай. Можно яйцо бросать? Нет. Нет, потому что оно разобьется. А в яйце
кто-то живет. Узнаем, кто живет в яйце? Ты знаешь, Лылусь, в яйце бывают разные-разные жители. Мы только что об этом посмотрели. Вот кого ты запомнила, кто живет в яйце? Цыпленок. Цыпленок, еще. Курочка. Ну, из цыпленка потом вырастает курочка. Да. Так, кто еще? Змея. Змея, еще кто? Крокодил. Крокодил живет в яйце. Еще кто? Узнаем? Ёжик. Это не ёжик, это ехидна. Ехидна. Это по размеру какое яйцо? Большое. Большое. А это по размеру? Маленькое. Маленькое. Смотри, у меня есть еще одно яйцо. Оно больше, чем маленькое, но меньше, чем большое. Оно какое? Как? Среднее, да? Маленькое, среднее, большое. Ага, сюда все маленькие. Это похоже на шейки, но я видела. Так, сюда среднее, маленькое. И сюда большие. Молодцы. Телебом-телебом собираемся бегом. Быстро-быстро собираем. Это кто к нам пришла? Курочка. Курочка. А что курочка нам несет? Яйцо. Яйцо. Давай посмотрим, кто живет в яйце у курочки. Цыпленок. Тук-тук-тук. Кто в домике живет? Открывай домик. Она вообще живет. Ага, она снесла яйцо, посидела на нем. И потом из яйца появляется кто? Цыпленок. Доставай его, цыпленка, скажи привет, привет. Привет, привет, привет. Вышла курочка гулять, травку пощипать, а за ней ребятки, желтые цыплятки. Ко-ко-ко. Давай, Лылусь, как курочка путешествует, покажи. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко, лапками гребите, червячков ищите. Надо помочь маме курочки отыскать всех ее цыплят. Поможем? Смотри, а чтобы мы их хорошо видели, мы будем цыпленка прятать за камушек. А ну-ка покажи, где здесь цыпленок? Видишь ли ты цыпленка? Вот. Правильно, Лейла. Правильно говорит братик Глеб. Так. Вот. Еще есть цыплята? Еще. Вот. Молодец. Умничка, Лейла. Мало. Посмотрим, кто это такой? Ученок. Ученок. У него мама кто?
Кто это? Утёнок. Утка. Утка. У утёнка мама утка. Утка. Как утка крякает? Кря-кря-кря. Точно. А это кто? Цыплёнок. У цыплёнка мама? Курочка. Как она здоровается с Лейлой? Ку-ку-ку. Это кто? Уточка. Гусёнок. Обрати гусёнок. Внимание, внешне он похож на утёнка, да, такой же клювик, такие же лапки, чтобы плавать, но только отличие по цвету гусёнок. И по размеру. Конечно, у гуси, у мамы гусыни, посмотри, какая шея длинная. Нарисуем им дорожки. А что мы говорим для этого? Лейла, дай, пожалуйста, мне мальчик. Какого цвета ты выбираешь? Красный. Красный, пожалуйста. Одеваем на кончик. Давай, вкладывай правильно маркер, как птичка держит в своем клювике зернышко. Как мы берем вот так, тремя пальчиками. Начиная с утенка, он у нас первый, и ведем дорожки по точечкам. Соединяем все-все-все точечки. Маленький утенок пришел к своей мамочке уточке. И мама... Кря-кря-кря. Теперь маленький цыпленок спешит к своей мамочке. Какая мамочка у цыпленка? Курочка. Курочка. И поет какую песенку курочка? Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Ты видишь черные точечки? Давай старайся вести по черным точечкам. Маленький гусенок спешит к своей маме гусыне. Цвета морковка. Морковка какого цвета? Оранжевенькая. Берем и в правую, и в левую ручку, Лелусь. В правую и в левую ручку берем. Молодец. И двумя ручками одновременно украшай панцирь нашей черепахи. Нет, это ты разве на панцирь закрепила? На панцирь украшаем. Умничка. Лелуся, какого цвета у нас лимон? Лимон. Лимон какого цвета, Лейла? Оранжевый. Оранжевый разве лимон? А банан? Желтый. Желтый. Берем и в правую, и в левую ручку. И двумя ручками одновременно. Украшаем панцирь. Лейла, возьми такой цвет, какого цвета елочка? Елочка какого цвета, Лелусь? Елка какого цвета? Зеленая. Умничка, молодец. Сколько ты взяла зеленых фишечек? Две.